Был рейсовым, стал экскурсионным. У 24-го автобуса сегодня особая задача. Привычный маршрут от Нижней Дубровы до Пекинки превращается в историческое путешествие. Вместо кондуктора пассажиров встречает экскурсовод. Мы продолжаем путешествие в нашем патриотическом автобусе. Наша акция связана с 22 июня, сегодняшним днем. Более 10 улиц Владимира носят имена героев Великой Отечественной войны. Автобус следует по некоторым из них. Рядом с разворотным кольцом 2 и 7 троллейбусов есть улица Александра Крайнова. Он родился во Владимире, начал войну простым солдатом, участвовал в Берлинской операции. Во время Берлинской операции именно его подразделение захватило один из важнейших плацдармов на реке Шпрее, что дало возможность в краткие сроки советской армии захватить город Берлин. В привычных названиях улиц оживает память о солдатах войны. Еще один герой – летчик-истребитель Евгений Пичугин. Его подвиг во время войны стал примером для многих советских солдат. В одном из боев он вынужден был вступить в неравную схватку с немецкими истребителями. И когда у него закончились абсолютно все патроны, он вынужден был совершить таран. Пассажиры признаются, такая экскурсия на пользу, о подвигах героев знают немного. Молодцы. Это надо обязательно. И молодежи надо, и всем напомнить о том самом дне. Так Гастелло, вот я знаю, что это вот летчик был, а так тоже так приблизительно немного. Очень мало знаем о своих героях. Хочется вообще это и интересно, и познавательно. Вообще я очень даже рада. Такой маршрут поможет, на ваш взгляд, да, как-то расширить свои знания и много узнать новых фактов? Ну, конечно. Вот я только села, и сразу я Пичугин. И очень даже здорово. Так едешь иногда, улицы читаешь, а не знаешь же. На автобусе проехала и зампредседателя законодательного собрания. Ольга Хохлова посетовала, что молодых людей в автобусе немного. Послушать экскурсию им было бы полезно. У нас нет, наверное, семьи ни одной, где каждый, хотя бы один человек, не был участником на фронте, либо участником вот, тыла, защитником тыла, работая на предприятиях, колхозах, на других площадках. Поэтому я думаю, что эта акция действительно будет поддержана нашим населением. Плохо, что вот, ну, я вот волнуюсь за то, что сегодня мало молодых людей ездят на общественном транспорте. Акцию их именами улицы назвали. Организаторы обещали повторить и на следующий год, чтобы о героях войны услышало как можно больше владимирцев. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.